Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, продолжаем проходить игру Возмездие или Редимер. Поехали. Будем потихоньку здесь. Во-во-во-во-во, тихо-тихо. Что ты там себе возомнил, а? Вот так-то, на. Получил свое. Так, возьмем кувалу. И, естественно, возьмем автомат. Так, ну где вы тут? Олухи. Готов один, да? Или нет? Бегут, блин. Ну теперь-то точно. Теперь-то я его точно вздрючил, ну. Ё-моё, не завидую я тебе, братан. Так, давайте возьмем бочку и пойдем с ней. Так, я себя чувствую более-менее безопасным. Блин, жалко, нельзя брать еще один револьвер. Так бы с двух рук бы я бомбил, да? Было бы неплохо. Ну, получи, гаденыш. Да на ты... Нет, ты смотри. Так, один готов. Черт, патроны-то как не вовремя кончились. Ух, надо взять мне дробовик. Где-то здесь же он лежал. Ага, вот он. Ну что же, продолжаем. Я вижу, там спереди у нас... Ага, два врага. Значит, вот это... Блин, напугал аж. Ё-моё. Сматываемся нафиг. Да чё ты чудишь-то? Да высовывайся. Обоих. Одним выстрелом. Ух. Один патрон, ребята. У меня всего один патрон. Меня он спасет или нет? Надо. Да что ж ты будешь делать-то, а? Давайте их здесь подождем. Ну, хоть что-то у меня получилось. Давай, пускай выбегает сюда. Мы его здесь подождем. Хе-хе-хе. Ну, естественно, забираем его автомат. Так, возьму-ка нафиг камень на всякий случай, а? Кто его знает, кто там еще будет? Так, здесь у нас тоже, кстати, лежит винтовка и шокер. Так, блин, здесь обрез. Дробовик-то мне больше нравится. Ладно, может быть, я его еще подниму. Что здесь у нас? Тихо, никого нет почему-то. Угу, вижу впереди две цели. Блин, камень, наверное, не получится бросить. Так куда ты? Готов один? Дайте-ка я нафиг возьму лучше дробовик. Готов. Ну давай, выходи, 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 выходи. Готовченко, ёлпрсоты. Так, камень кровавый. Берем на плечи и идем с ним. Слушайте, а кто там такой был? Неужели это просто вот эти уроды так орали? Я подумал, что какой-то робот, блин. Ну, видимо, я обознался. Так, целей пока не вижу. Зато почему-то слишком... Слишком, блин, тут много камней, ребята. Слишком. Так, тихо, тихо, тихо. Говнюк, успокойся там. Сейчас камнем чпокну. Один готов. Второй готов. Блин, надо немножко подождать, ребята, чтобы... Ух, прошел небольшой отхил. Да, два патрона у меня всего осталось в дробовике. Но зато куча камней и полная кувалда. Так, тут еще у нас, смотрите, какой-то проход. Слушай, я здесь не был случайно, не? Ё-моё, походу дела не был. Так,
черт подери, у меня кончилось оружие, ребята. Срочно надо искать что-то, блин. Ну где, где, где? Ладно, и это пойдет. Ну давай, выбегай. Черт, только не с дробовиком, блин. Готов один. Второй тоже готов. Отлично, ребята. Фух. Забираю я дробовик и идем. Что там у нас будет, я не знаю. Сейчас увидим. Надо, главное, блин, аккуратно. Как бы жизни-то воспол... О, чекпоинт. Хорошо, ребята. Открыта арена. Да хорош! Да ну нафиг, что за арена такая? Вы уж извините меня, но это пипец полный, арена. Да хорош, успокойся. Ха-ха-ха, хребет-то я переломал. К этому сморчку все-таки. Черт, опять завалил, а? Паскуда, а? Да завязывайте, ну как вот с ним справиться тут? Ну? Давай, 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 Василий. Берем, берем, берем. Давай, бьем, добиваем этого гада. Ух! Дай дробовик взять. Он не берется там почему-то. Слушай, да сколько вас здесь, ё-моё, а? Зашибись, и как интересно я здесь должен проходить, если они постоянно прут и прут. Ну давай, иди сюда. Так, отлично, одним меньше. Так. Черт, тебя подери, да цепись ты. Тупырь, а. Так, давайте одного еще здесь, наверное, шлепнем. Камнем. Вот так вот. Готов. Давайте еще один валун возьмем. Так, отлично. Ну, завязывай давай, чмо. Слез бы с меня. Блин, я почему-то так не могу, блин. Они могут, блин, и нападать, и сбивать, блин, тебя. Отлично, сюда не пройти. Ага. Так, ну что, есть где-нибудь еще, где я могу по-быренькому? Ну давай, 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 давай. Вася, 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 сматывайся. Схватай, отлично. Хоть что-то у меня нормально получилось. Фух. Замечательно. Все, надеюсь. Да ладно тебе. Да хорош, блин. Теперь я, кстати, понимаю, для чего здесь, ребят, нужны были камни. Все, я сгорел.
Нет? Еще живу? Еще живу, пока. Пока. Ну хоть камень, хоть какой-нибудь камешек где-нибудь есть. Нету ни камня, ни хера, ничего. Как я буду этого огнеметчика гребаного валить? Да уворачивайся. А, кстати, я могу сюда забежать? Нет. Не получается забежать. Давай, давай, жарь, жарь, жарь. Так. Пора немножко. Сматываемся. Черт подери. Ух, жесткач какой, ребята, жесткач. У меня других слов нету. Да сматывайся ты, Вася. На нахер, чмо вонючее. Получил. Ух, неужели прошли, а, ребят? Да, прошли. Так, и куда нам теперь идти? Я так понимаю, наверное, все-таки вот сюда. Чекпоинт, замечательно. Так, тут у нас все в огне, все в огне. Опять тут что-то ищут, рыскают гады. Блин, их тут дохера, а, ребят. Как интересно, мне здесь их втихую завалить. Ха-ха. Ну, давай, давай, Вася. Не подводи меня. Что мы тут можем взять? А, мы взяли нож, подобрали. Хорошо. И тогда возьмем здесь еще винтовочку. Так, возьмем стул. На, получи. Да что? Почему так быстро? Кончается. О, шикарно. Как говорится, кто кого, да? Так, здесь опять же ничего нету. Три патрона, это мало. Вот в этом пять. Самое то, что нужно. Так, куда бы дальше-то пойти, а, ребята? Сюда? Или сюда? А, ну здесь ничего нету. Хотя, может быть, нет. Никаких тут свитков нету. Ну, где вы там, подонки? Ё-моё! Вот так вот. Вот это я понимаю, Васек. Вот это ты сейчас дал джазу. Прям как истинный спецназовец. Просто порвал всех. Так, давай возьмем стул. И пойдем далее. Так, кто у нас здесь будет, интересно? Стоят сморчки? Нет, пока я вижу одни... Ну давай, беги, кто там? Есть желающие отгребсти по полной программе? Давай, 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 беги сюда тоже, красавец. На, блин. Хе-хе, готов? Еще один готов, да? А ножичек нам пригодится. Кстати, и дробовик тоже пригодится нам. Но. Ничего, никого нет. Все горит, все пылает. Главное тут не сгореть нафиг. Ядрени фени, самому-то. Такое ощущение, что сейчас будет... Ну давай, выходи сюда. Все, кончился драйвер. Блин, все так узко. Да ой, смотри, как бы не сгореть. Стул надо взять. Чувствую, сейчас будет какая-нибудь. Ну, давай, беги. Что там встал-то? Давай ты сюда выходи. Хотя нафиг я тебе и так, наверное. Подщикаем.
Так, здесь у нас что? Здесь у нас все горит. Но нам надо туда идти. Самому бы не загореться. Тихо, 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 тихо. Да ну, хорош! Точно, ребята? Огнеметчик вышел. Давай, иди сюда, огнеметчик. Отойдем. Где еще? Еще должен быть стул или стол, или что-то такое. Пофиг ему. Ну, вот так вот. На, голову раздавили. Чертям собачьим. Фу, я надеюсь, что больше никого таких не будет здесь. Чекпоинт. Замечательно. И тут у нас что это такое? РБ. Найден свиток. Мы с вами берем какие-то свитки. Для чего? Ума. Что за музыка? Что такое тут сейчас произойти должно? Мне это не нравится. Не нравится мне это все, блин. А придется идти туда, в эту комнату. Так, что тут такое? Я вижу впереди цель. Ха-ха-ха, когда старикан сказал, что ты изменился, я подумал, пиздит, как дышит. Говорю ему, я слишком хорошо знаю Василия, но это твоя борода, не ожидал. Это тебе твой мастер приказал так выриться? А, старый, нет. Не благодари, друзья для того и нужны. Теперь сможешь нормально побриться. Сраный кусок говна, я тебе сдам на металлолом. Замечательно, ребята. Тут еще, оказывается, и босс у нас. Фак, он меня пробивает. Вот что я вам могу сказать. Щит, да успокойся. Что же делать-то, блин, а? Есть какое-нибудь оружие тут, я не знаю, что. И вот это вот попал, по-моему, я, ребята. Любой по мне удар, и мне конец, кобздарик из... Мимо, чмо. Тихо, 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 ребята, надо увиливать от этого сукиного сына. Тихо. Да хорош, блин. Фига, блин, чмо вонючее. Ну-ка, давайте-ка еще разок пропишем ему. Нихера он, блин, херачит. Давай, давай, Вася, убегай. Так, сейчас он побежит. От этого удара просто не увернуться никак. Чёртов кибернетик. Слушайте, у него в руке, по-моему, пистолет, если не ошибаюсь, да, ребят? Да ну нафиг. Но главное, все-таки я ему прописал. Хе-хе. Так, отхиливаемся, отхиливаемся. Тихо, 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 тихо. Надо восполнить. Полностью. Блин, восполнить что-то, ага. Да он задолбал, блядь, чмо вонючее, блядь. Как от него, блин, убежать?
дебилоид, блин. Фух. Давайте еще раз попробуем. Ну, иди сюда. На, блин, получил. Так. Давайте так вот, что ли, пытаться, по крайней мере, пробивать его. Я не знаю, как его еще бить. На, блин. Громозека хренов. Иди сюда. Так, отлично. Ребята, еще удар ему, и будет крышка. Готовченко, блин. Довольно, уберите его. Че это такое? Меня типа усыпили транквилизатором или что? Или убили? Видимо, именно так себя чувствуешь перед смертью, когда вся жизнь проносится перед глазами. Хотелось бы, чтобы моя жизнь крутилась вокруг чего-то большего, чем Беркут. И все же, когда я увидел, чем он стал, наполовину человеком, наполовину кочергой, я осознал, что сам мог оказаться на его месте. Когда-то мы были как близнецы-братья, оба выросли на улицах, имели наслаждаться простыми радостями жизни, драками во дворе и мелкими кражами. Я всегда был сильнее его. И мне казалось, что умным из нас двоих был он. Я всегда прислушивался к нему. И был уверен, что наш выбор тоже всегда будет совпадать. Беркут заменил мне семью. И даже несмотря на весь свой ум, он не смог убедить меня последовать за ним в этот последний раз. Вот так вот, ребята. Теперь я понимаю, что у нас с ним еще остался один неразрешенный спор. Ух, кто тут? Акилдама? Акилдама. Хера себе, это что такое? Вот это жесть. Ну что же, ребят, давайте тогда на этой ноте я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. И до скорых встреч.